Пошло. Все, снимаем источник в Южной Осетии. Пожалуйста, вот течет вода. Вот обычная вода из-под земли, которую можно пить, умыться, руки помыть. А теперь я зажигалку не могу зажигать. А ну-ка, зажги его. Тебя? Чтобы людям было понятно. Ну-ка. Ну, пожалуйста. Вода горит. Нонсенс, да? Этому есть научное объяснение. Можно, пожалуйста, камушки поставить, сюда казан, и вари хоть супчик, хоть что хочешь, хоть барана плов. Вари, хоть плов вари. Вот, пожалуйста, могу затушить его. Раз, все, затушил. Вот опять сейчас зажгу, смотрите. Немного нагорит. Вот, пожалуйста, опять зажгли. Фокус, дай только. Это природное явление. Далеко не фокус, это природное явление. Явление. То на самом деле существует в природе. Это в Южной Осетии, в Цинвале, в пригородах Цинвале. В окрестностях. Да, в окрестностях. Кто не верит, вот вам воочию. Пожалуйста, могу. Вот, пожалуйста, видите, раз. И не горит. И не горит. Вот. Но стоит загорается. Поднести искру, и она загорается. И опять загорается. Кто не верит, можете приехать. Сами посмотреть на это чудо природы. Вот и все, пожалуйста. А где одет? Все. Вот он течет в эту ванну, там детишки купаются, взрослые.